Воды не будет совсем завтра в течение суток. По технологическим причинам в связи с аварийно-восстановительными работами с 8.00 1 октября и до 8 утра 2 числа ограничат водоснабжение по следующим адресам. Их вы видите на экране. Села, районы, улицы и переулки попали в список на отключение на целые сутки. Жителям этих адресов стоит запастись водой. Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за доставленные неудобства.